Доктор Машинкова. Смотри, маленький желтый автомобиль едет по извилистым дорожкам, скрываясь то за одним холмом, то за другим. Он так торопился, что не заметил на дороге валяющийся острый гвоздь. И наехал на него. Колесо испорчено, а запасного нет. Нужно звать на помощь эвакуатор. Давай погрузим наш сломанный автомобиль на эвакуатор. Зацепляем крюк лебедки и поднимаем автомобиль на самый верх. Ну что ж, давай отвезем его к доктору Машинковой. Она точно поможет. Вот мы и приехали. Теперь надо выгрузить машинку. Обрадовалась доктор Машинкова новым гостям и попросила поставить машинку на подъемник для обследования. Вот так. А эвакуатору можно сказать спасибо и до новых встреч. Ну что, приступим к ремонту? Доктор Машинкова предлагает снять испорченную шину. Итак, давай посмотрим на шину и поищем проблему. О, вот в чем дело. Это гвоздь. Давай его вынем. И для этого нам понадобятся кусачки. Тянем, тянем. Опа, готово. Колесо спустилось именно из-за этого маленького гвоздика. Смотри, в шине осталась дырка. Ее надо заклеить специальным клеем. Вот так. Готово. Теперь шина как новая, и ее можно устанавливать на машинку. И, конечно же, надо накачать ее воздухом для упругости. Для этого используем насос. Ремонт окончен, и машинка может отправляться дальше в путь. А чтобы в следующий раз не пришлось вызывать эвакуатор, доктор Машинкова подарила желтому автомобильчику запасное колесо. Доктор Машинкова, как всегда, справилась и желает счастливого пути своему гостю. Ну а мы с вами прощаемся ненадолго. До новых встреч!